Подводочку. Привет, Амаля. Привет. Привет. Это у тебя посылка какая-то? Да. Да? Да. Посылка, и там нарисована доктор Плюшева? Да. Ну давай посмотрим, что там. Мы на канале Амелии Кидс. И мы сегодня... Откроем нашу посылку, посмотрим, что там. Да? Да, что там. Давай, мама сейчас поможет тебе, ножичек возьмет. Пожалуйста, ножичками. Ножичком. Ух ты! Вот такой чемоданчик, все, там больше ничего нет. Открывается? Не могу. А что ж там такое? О. Так. А, там запечатано, наверное, там заклеено, да? Ну, сейчас мама откроет. Головка. Где ж ты открываешься, чемоданчик? Так, что-то мама не может найти. Так, чтобы его не поломать. О, вот он открывается. Смотри, вот он такой, да, открывается. Да, да, да. Видишь, как он открывается? Сверху открывается. Ну, смотри. Давай, показывай нам, что там. Ой, о, ты совсем сняла ручку уже. Настроит ручку. Давай, доставай, распечатывай, мама пока соберет. Распечатывай, доченька, что там? Какие там инструменты для тебя маленькие? Я не могу. Ой, ну что это такое? Отклейки, мам! Ну, самое главное, ты наклейки увидела. Да, укол сделать. Шприц. Это называется шприц. О, ты, конечно, сняла, взяла. Сейчас мама будет. Главное, мама, чтобы не поломать. Мама, пожалуйста. Так. Я не могу. Ну, давай чуть немножечко. Только ты пока наклеить не клей никуда. Потом мы сейчас с тобой придумаем, что с ними делать. Самое главное наклейки, да? Да? А ты доставай, посмотри, какой у тебя там стетоскоп, какой у тебя шприц. У тебя же шприца не было. И такого стетоскопа. Мы покупали набор, там был ветеринар. У нас зем было. У нас такой есть, да. Это отоскоп называется. У нас уже будет три таких, да? Ну, посмотри, что это где? Ух ты, мам. Это табличка, это вешать себе, что ты доктор, и как тебя зовут. Табличка на грудь. Так, все, мама вроде бы собрала чемоданчик такой. Это пицца. Это тука, это ножку. Так, это я даже не знаю, что это делать. Это, ой, так, это отоскоп, и он должен быть говорящим. Смотри. Вот такой. А да, это шприц. Шприц, давай мама соберет тебе отоскоп. Он должен быть шприц, на, держи, шприц. Так, так, а здесь, наверное, батарея. О, смотри, он работает. Смотри, он работает. Он работает. Посмотри, Амаля. Ой, доктор Плюшева, нажимай. Будешь лечить теперь. Классно? Да.
шприц. Все, у тебя теперь полный комплект доктора. Теперь два чемодана у тебя. Что такое за это? Что такое за погонка тут? Ну что, хороший набор? Будем теперь лечить всех? Да. Полный комплект, а наклейки будешь клеить куда-нибудь там на попу. А попу? Ну, можно, а чемоданчик можно обклеить. Чемоданчик можно обклеить, да? Ой, идите сюда наклейки, да? Так, а ну покажи нам, разверни наклеечки. Вот такие наклеечки там. Два пластыря. Бегемотиха, Лэми, Таффи, сама доктор Плюшева, сердечки. В общем, вот такой хороший набор. Это форсаж. Ну что, будем работать? Ой, все выпадает. Так, это такая табличечка. Ты будешь цеплять сюда себе на грудь. Давай. Ой. Ай, все падает, все валится. Да. Ну что, доктор, да? Ты заболел? Да. Ну ты меня потом полечишь, хорошо? Придешь. Вот такой открыли мы наборчик сегодня. Он нам прислали его по почте. Теперь мальчика будет всех лечить. У тебя сердечко болит. Сердечко? Да, стучи. Вот такой наборчик у нас здоровский. Все. Значит, всем пока. Подписывайтесь. Ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал. Всем пока-пока-пока. Пока-пока. Доктор, пока-пока. Пока-пока.